А теперь делаем репортацию. А чё, Лок в инсте есть, да, наверное? А куда там головой залез, нахуй? Нет, у Лока в инсте. В пустоверте. Спрячу жопу. Помали нахуй, присомоним Лока. Спрячу жопу в стену. А, есть Лок. В пустоверте. Лок есть, нахуй ты обманываешь. А, так он зашел только что, значит. Присумайте, плиз. Нужно три камушки сделать. Я тебе кинул саму. Все придет. Ну, посмотрим. Какая генерация будет агро, блять. Не, если с третьим танком, тем более такой сейчас, как у Хулидринка, будет проблем вообще не будет. Остается только в ДПСе решить. Надо в 2 тогда. У него 2-3? Ой, 2-5? Посмотрим. Нет. Это нормально. А если паладину дать шейм еще? Ебанут? Нихуя не изменится. Нихуя не изменится. Сделай мне, пожалуйста, силовые камушки. Хорошо. Давай, спасибо. Я тебе сделаю, иди сюда. Да, я уже мордаунт скинул. Хилов надо побольше, думаю, что трэш начать потихо. Я до связи. Вспомнит вчерашний боб. Вообще пиздец. И не отдаст, блядь. Я собирался. Вчерашний боб. Вчера, короче, вылетаю... С этого места поподробнее. Вчера, короче, на сурке вылетаю, под все блюдца просил бурсты, и чувствую, что дамажить не могу. И снять, блядь, не могу, просто не могу снять его, блядь, ищу. Погодьте, не сумайте, я билд переделаю. Подробно. Только даже видос включить. Спасибо. Только профы сделал. Да. Я могу здесь видос включить, подожди. Надо еще всех зарядить это припотами, чтобы драйв на 10-15 было, блядь. Я так понимаю, одного босса вальнули, да? Я купил себе 100 штук припотов, так что нормально. Я думаю, припоты сами себе купят. Мы соляру убивали. Ну, типа хостовый там, такой хуйня. Да, мне вот на КД хватает 100 штук. Заканч, видно видосик? Че? Видно видос. Демку дал, что? Зади на стрим, да, сейчас я так хочу. Ой, блядь. Надо хилов побольше. Есть у кого спек? Видно что-нибудь? У меня спек. Ну, там Надфок сидит. Видно. Хули он сидит. Нельзя сидеть. Надо бегать. Надо лежать. Какой ЦЛК, нахуй? Что за хуйня? Еще и ёпт. Нихуя себе, блядь. Смотри, просто. Так, вот бурсты полетели, прожались. Да. Вот бурсты. А, и боб нахуй. А, ты показываешь там видос? Да, ебать, боб. Чисто тайминговый боб. Боб, да, кстати. А он, видимо, решил, короче, отыграться, ебать, за тот боб, когда ему кинули на сурке, блядь. Нет, там, ну, бля, меня попросили. Кто тебя попросил? Не важно. Бен попросили. Нет, не Бен. И все, вот они убили сурка, я до сих пор сижу. Красава, нах. Ты хуйню записал, чтобы сегодня нам показать, да? Нет, я записывал еще сначала там, потому что вся была запись у меня. Сначала сам еще, когда шаман сагрил по трэш, и мы там бегали от него. А что ты обиделся-то, блядь? Думаешь, боб? Ну, подумаешь, боб. Натуре. Ну, это ж не диван, блядь, нахуй. Может, бить начнем, нахуй, сейчас. Бля, чешка жжет, конечно, отвечаю. Ох, пиздец, хорошо как стало. Ну давай, Глеб, надевай ее хребет, нахуй. Не, пока не буду. Ты на трэш хочешь, чтобы я его одел? Ну, блядь, ты что, на роботе собрался тестить его? Ну, конечно, ебать. Все, я билд переделал. Капец. Блядь. Хил тебе. Что ты переделал? Билд сделал через хил. А, я думал, ты про рогу. Ну, здесь хилти, у нас тут два хила, какие хилти? Надо, зря спулили, два хила всего стоит, надо спекнуться сначала, блядь. Да бейте сейчас и спекнуться. Так ты, блядь, говоришь, что будем бить, то нахуй не спекнулись. Я же не говорил пулять, блядь. Я говорю, трэш будем бить. Пули стоять. Ну извините, я в судоку плох. Какое судоку, блядь, еще? И пуляйте следующее. Короче, этот... Призен давай спекнись, ну и Хэлла тоже спекнись. Ну я зачаю. Два хила всего лишь.
Не знаю, Катрисию спекать, нет? Короче, Слава, мне уже нравится. Уже нравится? Что там прям разница ощутимая? Пиздец, просто. Да? А что за разница? Что, вы про что? Потом увидите. Это Лингрен тут, не? А-а-а, ебать, я понял. Напишите Лингрену, чтоб спекнулся. О, это сильно. Я нихуя не понял. Я почитал, и я понял, блядь. Можно пояснительную бригаду? Лучше даже не короче, читать. У него теперь щит Мстителя, кажется, 3 секунды, да, у тебя летает он? Да. Просто КД 3 секунды, у самой мощной обилки. И обилка... Ты в таргет поставил себе талант или пока еще нет? Я сейчас... Ну, короче, в билде, который на АОЕ. Без символа. Этого... Ну, символа на щит. Но я пока... Ну, в билде, который без символа. Но мы АОЕ, конечно, осуждаем, не поддерживаем вообще. Все, пошли. Короче, там пиздец все будет твориться. Смотри просто. На там, этого. Да, типа 3 секунды КД, это слишком, мне кажется. Вот через прорицателя поиграй, сорвешь с меня. Посмотрим, сколько он генерит. Без таунта только. Но пока не догоняешь. Так Захарыч не дамажит. Не, медведя походу не догнать. Там просто нужно ему учить этот символ на одиночную цель по этому мстителю. У меня есть, нахуя мне сейчас на трэшевом? Кстати, в 10к у вас разница игра. Ну, сейчас смотри, давай я буду играть по прорицателю. Тоже, сейчас они подойдут, я по прорицателю, ты тоже по нему. Ну, а ДД шмот есть у тебя надеть? Есть, есть. Я же говорю, я просто сейчас... Чисто на АОЕ. Что там прям плотно? Надо глянуть прорицатель. Будет вури 67, хули дрин 53. Это без таунта, без прожима. Ну таунт он полностью до моего уровня агро поднимает и... Тебя на первое место ставит. О, воронка. Вороночка. У тебя ассист, если что, на сбор. Я видел. Воронка. Это, народ, а у кого-нибудь наложение чар есть? Сейчас с воронками дойдем до этого. Есть, до робота. Есть. Посмотрим, кому голову апнуть из ДДшников. Запы зачарить. Уже перед боссом тогда. Угу. Ты я забыл. Да, я, кстати, шчарки перекрутил на шипы. Сейчас должно быть поприятнее сидеть. Слушай, ну вот эта вот СТТГ-шмотка, которая мне увечья обнуляет раз в 6 секунд, это топовая вообще хуйня. Без этой хуйни, ну... Это даже под Т5, ну это просто, я не знаю, это... Супер бисовая хуйня. Прям удачная. Еще как раньше она прокала подряд, блядь, по три штуки, нахуй, по две, по три, блядь. Там такое агро было, хуй что сделаешь, блядь. Сейчас, конечно, ее подрезали. Ревностно. А что у нас все в это? В Хогвартс Легаси играют? Какой Хогвартс Легаси? Нету, блядь, никакого Хогвартса, никакого Легаси. А что, майнинг? А, там охуенно. Не. Стоп, ну а вы скачали, а что он запустился, нет? Нет. Да нет, конечно, парни, ну блять, официальная игра выходит 10 февраля, а чё вы, блядь, хуй не исполняете? Ну хули. Ну знаешь, наши пираты много чего умеют. Да хули там, Авелания, нашел сайт ебаный. А чё, вы скачали 70 гигабайт ничего? Нормальный сайт я скачал там, блядь. Просто так скачали. Они просто бичи ебаные. Ну да. Не, блять, игру-то скачали, но оно переводит типа на Steam. Вот. А ты-то что себе качал, у тебя не запустится. Как это не запустится? Все запустится.
Все там запустится, блядь. Но только ты будешь играть нахуй в 30 кадров, блядь. Да вы заебете, блядь. Так, а мне похуй вообще. Буду играть. Если не в 5 кадров. Похуй. Да она даже не запустится, говорю. Да запустится все у меня, блядь. Там минималки 960-я, блядь. Какая-то корка 5-я старая, блядь. Оп, кому-то боб дали. Кто-то еще зайти должен, да? Invisible еще должен зайти. Я отправлюсь за тобой. Ну, так-то у нас плюс 5 еще. Ну, это просто это залупа получается. Мы же трэш почистим, нахуй. И... Не, ну и там же еще хист... Ну, воронки фармим там, не забывайте. Я думаю, что пока, ну, почистим, ну, дойдут еще люди. Да там бетон еще придет. Отведите лучше. Ну, отойдите нахуй. Ну, ладно, сдыхайте, хули. Ясно, нахуй. О, я же отошел. Вы забирайте этих мобов мелких и бейте их там где-то. А что там за 2Т5 у подпала? Оно типа шотает робота просто? Да, да. Нормально. А в 4Т5 просто вайша нахуй с одного щита падает. Нам такое надо. Надо. А в 4Т5 протовар с двумя щитами шо выкрутит? Да, в 5Т5, ну-ка расскажи-ка. А здесь уже все фантазия кончилась. Мне больше интересно этот, кто он? 8, где 8, да, кусков Т6? Ну, да, там 8. Ну там еще там не придумали. Кусков. Там только 2. Нет, 4. С этого. Бать, как там разгуляться это... можно. Ну, только 2 с этого и добавили. Это о чем? Там даже напали. На 2. Блин, представьте, что будет, если соберешь 8 кусков. 2, 4 куска, потом 6 кусков бонус. Ну, обилка там, ну, лицочек норится. И 8 там кусков бонус. Кажется, ты устанешь там... эту ротацию исполнять. Да, и становишься ты человеком Норрисом при них. Сейчас опять птеродухтелей приведу. Ой, какие, сука, это пидор-драконы, блядь, нахуй. Сейчас будем умирать. Почему? Да не те, блядь! Это мелкие пока. Ты что, мелкие пизды дать не можешь? Нет. Куда ты убежал, Мордал? Ссылка. В чем это фокус ссылка? Напишите ему, я ему написал, что-то не отвечает. Пускай ливает. Сейчас я приведу. Синдру учит. Если типа, ну не знаю, там на полчаса, пока до робота дойдем, то ладно, а пускай ливает, блять. Ой, твой, тебя веду. Кого ты ведешь? Веду. Пиздец. Все не доведет. Я доведу. Я живой. Вайда доведешь? Я могу всё двоих сагрить. Давайте. Ну, блядь, пиздец, Лавит, нахуй. Да. Давайте Геру. Нихуярьте. Просто пошла наполовине двоих примерно. Сейчас наполовине примерно пойду дальше. Нет, двоих не надо, они убьют. Да, дай мне щит. Мэтфокс собирает души, Слава. Блять, научись смотреть личку, дед. Вот ты написал, что если очень надо, то я ливну. Что мне ему сказать? Ну скажи к роботу, подойдем, чтобы был готов. Даже полчаса у него есть. Ну плюс-минус, там как рейд будет, надо будет, чтобы он в рейд пошел. Так, а где, блять? Сука, я что, не успею? Сука, не улетает. Да, а то может быть он особо не пригодится, пускай пока фармит души. Я ему написал, ну сейчас-то не надо его выдергивать. Да, я ему написал. Мне просто вдруг кто-то сейчас зайдет сильный. Сука, заебало. Хули она летает, как попало. Блин. Ребята, вы встаньте в один угол все. Пиздец. Вот пиздили бомжа. Че я веду? Нового бомжа. Кстати, его съесть нельзя. Забирай.
Сколько там фениксов этих? 4. А убивать их тоже, ну, все 4 надо? Да. Да. Пизда. Можно не убивать, можно ждать, пока они пролетят, нахуй, но это потеря времени. Понял. И с них мы воронки репутируем. Если вайпа опять потом ждать. Выйдите кто-то там, я еще одного веду. Тут снаружи постою с ним. Подхилите. Я выйду. В принципе, уже скоро. Ну, сдохнет, это наверняка заведем тогда уже. Тут постою пока. Киньте пати там от Фоксу потом после драконов, как он там закончился. Все, зайдем заводить. Фасиста. Че он, сука, застрял нахуй? Блять. Какой-то япончик тебе там привет передает. Ты меня опередил! Я первая хотела сказать, что привет передает. Ну, скажи ему нахуй, чтоб переходил, блядь, сюда нахуй играть. Ладно. В этом говне там не сидел, блядь, с категориями со своими. С хуйней с этой, блядь. Тут нормальные пацаны, скажи. Она просто заходила передать привет? Я хуй его знаю. Так. Он сказал, иди нахрен, а только в шуточку. На позитивчике. Понятно, да. Чё там, как дела? Кто-нибудь выйдет меня похилить? Ты бы сказал, что ведёшь. Чё, я привёл уже. Стойся, я похилю здесь. Сейчас там убьют и заведём. Это четвёртый вроде, да? Слышишь, Глеб, по-моему, триня хуйня вообще ебаная, не? Я не бью, мне похуй. Подойди ближе, Мордан, тебе на жилье, блядь. Не надо меня, блядь, бегу от тебя. Ну я так просто, блядь, одной рукой типа клацаю. Никогда не заливайте в Dead Sainer, пока он сам не попросит. О, божечка. Заливайте. Еще раз так, последний дракон. Не последний, а крайний, нахуй. Последний. Ваши крайние меня уже тоже заколебали. Это последний заезд. Это последнее око. Для кто-нибудь из шаманов из Аршама поставьте тотем на ману. Сори. На ману. Нихуя себе, ебалбой тебя скиди нахуй. Give me your battle roar. Это еще не грубо было, блять. Звучит как вызов. Да я, блять. Нет, ну я ж рот не открывал. Да еще бы. А чем ты? Жопа? Чего, блядь? Первая хорошая шутка от Варнаунта получается. Запишите в историю гильдии. Ага, блядь. Спасибо. И нырнать её нахуй. Да, блядь! Ха, я его скинул. Тоже послушал. Ебать. Инер скинул. И этот скинул. Пиздец. Так он пошутил? Потом БР отменяют. А как он пошел? Обычно. Типа. Ну поэтому я, наверное, не прослушал. Все верно. Ебать, вы, конечно, токсики, пиздец, блядь. А ну на позитиве просто. Ну я токсик пишу, ребят. А что значит токсик? Это что, когда в жопу дают? Какой ты токсик? Ты просто токсик. Ой, блядь. Деду, не сиди таблетки, нахуй. Пиздец. Дед, ты чё, блядь? Зашиперился, блядь. Не, в Хлеще все что-то Бурибай вчера увидел. Ну да, это сложно перебить. На сухую? Если сухая, если сухая. На сухую, блядь. Короче, этот робот, нихуя себе, блядь, он бьёт. Чё за хуйня? Хорошо, что у вас всех вчера нахуй не было. А диспелится с него вот эта хуйня? Ну-ка, контрзаряд. Нет. Не диспелится, это не... Это какой этих в... Кражами? Не работают. Противостоять очередному заклинанию. Хуя да... меня закинуло куда, блядь? Все, сверху там... смотри. Кайфуете. Бля, алло, блядь. Если он бьет, блядь. Так ты ж там что-то за угол заходил. Ну хули, бывший кикбоксер. Он теперь на мужика. Кто бы. Пиздец, он сносит, конечно, я хуею нахуй.
А он агро... А, он снижает немножко агро. Так же, как робот, короче. И есть Тушурова тоже. Не, ну если мы вот это убиваем, то есть шансы обычно убить. В натуре, блядь. Понятно, нахуй. Неужели, нахуй? Сюда шестерых, сейчас мы их убьем всех. Ну так-то, когда мы только в око пришли, мы и этого не могли убить. Первые-то минут 10. Это отрезайте ману там. Я думаю, там спитеродактили и все в ахуе были. Закиньте там инра. Капитан Америка, слышишь, отдыхает, нахуй. В натуре. Капитан Америка, ну такой красно-синий со звездочками. Ты жрать будешь ману, не? Спайдермен. Нормально все, у меня мана есть. Я же ДЦ. Тебе хватает, блядь. Со звездочками. Ну, я говорю, не лейте мне ману, когда не надо. Я сам скажу, если надо. Ты что, за стенку уходишь? Сколько мана захила, что просто пиздец. Я понял, блядь. Чуть не объебали. Проверка на дауна. Проверка на скорость моих медвежьих лап. Вот это проверка АОЕ. Самый быстрый медведь. Да ну нахуй. Умер. Да, деда помер. Пизда, сложила дедушку, я ебал. Сейчас смотри, вставай. Бам, блядь. Опять, блядь. Ревностный сразу брокнул. Просто кулаком по голове, блядь, стукнул. О, дефибриллятором деда поднял. Что бы вы сказали, если бы ваш дед был жив? Дед, извини, что тормозной тросик на тракторе дернул, так бы кто-нибудь жив остался. Юль застряла. Смотрите, где она. Слишком много хп? Вон, смотри, где она. Там была, она забежала. А, меня тоже, блядь, туда закидывала. Где застряли? Вон, сверху. Наверху. Что могу сказать? Земля пухом. Застряла. Земля пуховиком. Я видел один фильм, который начинался точно так же, но... В смысле, шапокляк, ГМ, оп, три танка, это что за хуйня? Да у нее нет проходки. Дедька, это ее шаман, у нее тут еще сова, воин, прист. Там, блядь, так там и там левел 944. Это не трогайте, то он сейчас костыль. Там заливает. Я иннер проебал, я не скинул иннер. А что, мы после робота Жайна будем идти за жопу трогать? Конечно, блядь. Не даст, ты что? Кель не трогал, и ты не потрогаешь. Кого? Джайн. Ну Джайн, ну Кель, ну Кель-то лас, ну... Ебать, кого замьютить нахуй? Это что? Себя тут. Так я не рыгаю, блядь, микрофон. Я тоже не рыгал, блядь. Да ладно, нахуй. То есть ты просто пукнул. Ебал, да? Не, ебал по мне. Чихнул. Кто-то хрюкает, нахуй. Хуя себе, блядь, мутаем, нахуй. Хуя себе, блядь. Хорошая идея. Да хрюшки в рейде приветствуются. Ёбаный в рот! Дали, блядь. На сало их пустим. В натуре. Хуя. Сразу видно дух. И Захан еще скоро не выскал. А чё сходить? Блядь, ты ТГ бы прогулялся. Ириеном. Это ТГ хорошая, да, идея вообще, давай, дай пинарь. Вы чё уже, типа, блядь, какие-то давай, планы пи... строите, нахуй? У нас что нет народа, убили? Вот и планы. Поставьте сейчас в шкаф. Сумоним да. Троих. Давай, сумоним. Давайте, а. Я всех спулю. Тут. А притона где? Нету. Притон, ты тут? Почему не приходят люди на РТ? Где, блядь? Кикитос! Вторую неделю подряд, нахуй, приходим к роботу и стоим. Бля, я думал, там мразь резнулась. Так, что там, где притон? Тут нет, что там, блин, понял. Отошел притон. Да, отошел. Слушай, Войд, завтра есть вероятность того, что после ульды будет либо ОК, либо ЗС? Нихуя не понял, но очень интересно. О, ну, ты говорил, типа, если... Я говорил, ну да, конечно. Если мы, типа, ульду закроем за 2 часа, то можно ОК, ЗС пойти смело. На это и расчет идет. Ну, давай ты ОКЗС на четверг, на субботу оставишь. Ну, а что ты не... А не меня будет. Завтра не будет, да, завтра просили выйти. Там... Ну, типа, блядь, тебя не будет, будут другие люди какие-то, блядь, с проходками. Вот, ну, ладно. Понял, блядь. Ну, ладно, я напишу о том, чтобы он не приходил. Так, первого, это большого Вилаш, или кто там, ну, держите, короче.
Эти петухи, ну давай, крестик первый заливаем. А этого в какой-то контроль киньте кузнеца вот этого, блядь. Сэжу. Вы тут танки? Танков нет. Да Юля застряла, она не может выбраться. Она не может, она застряла. Нам нужен притон. Нахуй вам притон? Идите сюда, что вы делаете, блядь? Если танк, блядь, застрял. А Юля застряла. О, блядь, тут есть два танка. Нажимай камень. И лети в инс заново. Так, ну как? Встали, это что-то там. Ну, притона нету. А если ливнуть бежит, притон, с рейда, получается, на кладбище? На кладбище портует, да. Все, ливай с рейда. Да все, прибежал питон. Питон, говорю, притон, сейчас присуманим. Питон, блядь. Так, питон, я ему надо ник поменять. Еще мы от Фокса и бидона надо сумать. Так ему надо еще пати дать, да? Нет, все в пати. А это, как обычно, сюрпусский фронт. Дровист еще и где? Он сказал, что попозже придет, вроде. Кто-то еще там должен быть. Что-то не заебали, каждый РТ позже приходить. Задержусь инвиз, керсори, я только часов в 6 приду, он в школе. В школе? Ну, на учебе пишет. Буриба еще писал. Он что-то сказал, если там что-то на работе будет работа, блядь, то он не, это не придет. А если не будет, то придет или через час, или через два. Нихуя. Там челики АФК, да? Все, крестик пьем, остальное контролем. Главное, каст еще сбить будет крестику. Только не выбейте из контроля квадрат. Вот каз сбили. Да, ну, блять, нахуя, блять. Там щитом прилетело. Все, и квадрат следующий бьем. Нихуя себе, броня ослаблена на 5000. Нормально. Ладно, получается. Че, воронки были сегодня уже? Ага. Одна. Прям с первым мобов там была вороночка. Ну хорошо, это хороший знак, ребята. Так чего? О, инвизибл пришел. Заебись. Это тоже хороший знак, да. Если бы двое ДД пришли, еще был бы хороший знак. Угу. Сейчас бы не люблю щиты, хейлов да. ДД. А он с меня отвечает, он я написал ему. Да, Фокса сейчас спекнем. Так они и так будут ДД. Крестик первый. Механика, контроль локом и черепок там. Ну забань? Ну чё, где контроль? О. Смотри, моб откидывает на мобов, чтобы не откинул туда эту комнату. Чё, давай. Давай освобождай квадратик, побьем потом этого пидора. Любим бить пидоров. Прогрузка хуевая, ну. У нас один лоб, да? А в корнях контролится механик? А нахуй на него?
Не, это прям хороший такой манекен босс робот. И хилом, хилом хорошо хилить. И танчить, и ротацию 1, 2, 3 жмешь нахуй. ДД то же самое. Ну, сейчас проверка на питание. Танчить тоже, ну, заебись. Так, крестик первый заливаем. Ну, контроль квадрат. Ну, треугольник тоже подержу так. Механика еще раз забань. Потом треугольник. Милики там фаски купили на 75 АД. И что фаски. За фаски? Пиздец нахуй, кому Ваня скидывал? Да там ивентовую штуку можно. Ивентовую, да. За УД фаски можно? Нет, там здесь такие жетончики ивентовые. Ну так это надо было, блядь, на ивент еще ходить. Так не надо там ничего, там сходил 3 минуты, блядь. Ну если робота почти убьем, сходим. Да, сходим. Что за фласки? Сейчас мы делимся на сколько там пати. Там вот такие вот одеколоны, вон линканул одекон. На 5 пати разделимся и сходим все вместе. Где линканул? Да я раздал, у меня там есть. Вот. Я купил, вообще что думал. Это только это для орды. Ренегаты не могут. А, ренегаты со сосуды. А если передать, подожди. Они вроде персональные. Не, почему? Банки можно передавать. Банки нет, можно. Не персональные. Банки, да, можно. Поделитесь тогда, у кого что есть. Но, банк. Да. Делитесь. Там что там на АП? Сколько их видов там? Да, но там она после смерти... 75 АП исчезает. 45 СПД. Кидайте, бля, я понял. Да. Ну, мне понадобится, я хуй знает, на каждый пул, наверное. В смысле, так они час висят. Она после со смерти исчезают. Ну я вон да, как бы ждал там раздай. Ну хуй знает. Так, а про товары они у нас нету. БКшные фаски не прибивают? Нет. Короче, смотри. Это смотри, какая хуйня. Надо как-то этих мобов затанчить. Вот. Короче. Вот этого черепок я беру себе. Блять, кузнец еще нахуй. А типа можно два деколона сделать? Они стакаются? Сделайте, чтобы кузнец. Что? Вот этот нет. Кузнец. Там стакается все, блять. Там дохуя что стакается. Они все стакаются. Этот. До часового. А работает? Да не работает на него фир. Вот. Проверим. Кузнец что-то сделайте с кузнецом. Не, ну если работает, заебись. И квадратик в бан. И бейте крестик, короче. Крестик, не знаю, под прожимкой хулидринкс и вилаши по очереди делайте, фул прожимки. И зергайте крестик. А я череп отведу. И по это, за стенкой его пока еще. Только череп не трогайте вообще, чтобы я его... Это... Все, давайте. Так, все, быстро. Нет, не работает у меня эфир. Черепок только не загрите, я пойду его завяжу за стеной. Еблысь. Юху. Баба. Минус 6. Ну хули вы, блядь. Забань притона, нет, я понял, 5 секунд до трап. За трапу. Так, давайте быстрее. Трапу здесь докладываем. Открыл его. Я пока тут выживаю, нахуй, давайте речь там. Крестик убили? Нахуй вообще возле него стояли? Взрыв, он кастует 30 метров вокруг. Убили моба большого, не? Убили. Да, да. Всё, добивайте. И сюда подходите. Пиздец, сбейте каст. Вы подойдете ко мне бить моего моба? Мы еще бьем здесь мобла. У нас притон лежит, от одного приходится бегать.
Сейчас я ревогнусь. Ёбаный. Думал, сдохну сейчас нахуй. В стенку уперся. Ты рогами не цепляйся. Ну что там, как ты типа. Уже у тебя рогатый. Это же маленькая моделька Гробулуса. Ну, типа. Так, тут два механика, тут проще. Один в бан, один в корне. Так, череп возьму я, вы зергайте крестик. Ну, там еще Паурейда бежит, блядь. Так, а прожимка у меня есть, сейчас немножко КД пройдет, чтобы я отвести его успел. А у консилятора нет проходки? Не знаю. Нет, тут там даже нет, написано. Нет. Да, у него написано. Все, пошел, я короче. Понял. Пиздец, сносит нахуй. Да успею добежать, нет? Еле успел. Блять, не успел. Нахуй. Не успел. Кого первым? Ладно. Ну, крестик. Сказали крест зергать вообще. Все ебашат. Пиздец, что, блять. Короче, делайте там что-нибудь, я хуй знает, чтобы он вас не пошотал. Я сначала бегу, блять. После крестика похуй на этих механиков, в череп бейте, блять. Сейчас РТ прошел, блядь, никого нету нахуй. Если что, в 6 часов отойду. Вот-вот, сейчас начнется нахуй. Я в 6, блядь, я в 7 уйду, и сейчас и начнется. Что начнется нахуй? Я и так, блядь, редко откажу, ты чё, ёбнулся? Так всегда, блядь. Сейчас, помимо тебя, там еще челики будут уходить. Один там, блядь, час посидит. Так я отойду, блядь, на 20 минут. Там будет, блядь, все уходить. Не, я могу выйти, хуй его убить. Я понял, нахуй. Типа важно. Короче, вы без меня никто. Бенчик на пул даст. МК на ДК кинет. Ну, рабочий темк. Да? Ну, только рот твой рабочий. Ты опять нахуй заглушка для юмора? Бля, а можно сделать так, чтобы ты сейчас отошел уже? Мир иной нахуй, отойди. Бабу пиздата. С кайфом. Не надо мир иной. Шо, мы всех убили, что ли? Поганка ёбаная, блядь. Можно травить. Что ты такой агрессивный? Может, нет, пройдем? Пока никак. Ну да. Минус 2. Ну, минус 3. Да. Ах, чё, Катриси ушел, что ли? Саня. У меня во всем городе на полминуты рубануло свет. Авария где-то. А, ну ты зайдешь, да? Я уже захожу. Так, ну вот где метка, чтобы мы стояли. Вот тут танки стоят. А нахуй мы все сюда побежали за войдом, ебать. Мы в центре бафали сегодня, не? А чё, кто? Хольдринг? Катриси. Так, давай в там. Танк, я имею в виду. Давай пока разберемся с сокетами. Так, МВП Хант, одевай свой спецкомплект. Я уже все, я уже заряжен, блядь. 4 тысячи комплектов. 5 тысяч, нахуй. Специально обученный Хант.
А, типа по хп, чтобы ключ больше. Ключ там, да, вон выносливость. Там и сопрот, и это. Нам все, все в порядке, да. Так, давай теперь да, подумаем, кто у нас будет сопроты пить. Ну, ДКшник. Блять, слеза в ногах, нахуй. ДКшникам точно смысла нет, рогам тоже. Палы тоже не должны сдохнуть. Все могут флешкой подхилить на один тик. Сопроты, я думаю, надо пить тканевикам, нахуй. И хилам. И хилам. ЧПшники и СПД. Ну, не только всем кастерам. Я вот не знаю насчет ЧПшников. И дом без диса. Да похуй. Только лишь всем. Да, мы вкачали улучшенный хил. Сейчас будем жестко хилить пати. Хиллопризм точно дамажить будет, а вот, вот это вот фокса в ДД, в хила аспектнем. Вот нужно получается 2 ДД еще. Зази не дамажит код? Сколько? Ебать у тебя прохибисы вы нахуй. А ебать. Просто у кого? 84-й, блядь. У ханта. Так, давай. У кого там... Посмотри на мои сокеты. У кого сокета нету в голове? Давайте посчитаем. Бля, вы чё доебались, я не понял. Ебать сокеты, блядь. Криптоэйвил. Шутка юмора. Вот криптоэйвилу надо делать. Сразу смотрите, у кого рец. Один, у кого ещё. Мы так просто подъебаем. Invisible, наверное, надо сделать. Invisible у тебя какой стоит? Тоже ловкость, да? Invisible. Да, метасоки там. Ну, 2% будет крита больше. Крит урона, точнее. Чё там у РДДшников у кого сделаны? Так, у Шелфира есть. У Хэла есть, нет? Ты про что? В башке метасокет. Я всё прослушал, чё делать? Ничего не делать. Вставай на колени и молись. Мне хватает. Извини. Так, ну я думаю, все равно сделать лучше, наверное, будет. Или пока не надо. Да, смысла нет пока. Вот, поставь лучше на открытие. Вот блин. Троих, допустим, призана, инвизибла, крипто... Криптоэвила. Так. Кому-то звонит дверь. Камни у вас есть? 6 камней. Смотрите, в каждого камня по 2 штуки. Ну это, отправите, ну или это, готовьте пока, собирайте, я пойду на пало, сделаю, там в банке есть камни, потом передадите. И сильно ты, ну, не разбазаривай это потом. Я говорю, сейчас 3 только сделаем, а потом посмотрим уже. Ёбаный гэнгбэнг медведя просто. Они там как хотят друг от друга. Кринж, блять. Вот вам освещение. Что у меня еще грузится, все, я не вижу это. Я на видео записал, потом на ютубе глянешь. Найдете. Блять, нет, нет, фу, ужас какой. Так кто у нас? Катриси и... Ладно, хорошо. Так. У меня все, там шмота больше нету. Или что-то еще. Ну, если еще, блять, клык с синдрити, выбьем нахуй. Да ебать. А на тайной магии тоже? Да. А вот здесь проходки нету? Нету. Нету. Бля, как так? Да вот так вот, блядь, слакает, блядь. Не может сделать проходку. Так. Пенсиатра же вообще получается ни плюс 4, ни ласта нету, да? Ссылка. Сейчас будет момент истины, нахуй. Вдруг сделается. Прокнет много камней. 800, нахуй. Миллион камней, нахуй. Прикинь, просто ГБ весь заложится. Нахуй. Всем по камню, нахуй. Сколько воронок выпало? Одна до сегодня? Да. Да. Нихуя у вас что, в шашки играет? Кто? Да вот два медведя сидят нахуй, что-то обсуждают. Сейчас смотри, три камня целых надо делать. Так, получается что, 20 воронок ГБ, это я выдам. Призн впрёкся нахуй. Вернись. Шопай ко мне. Нет, ты завис? Ясно. Пиздец. Такс. Трансмутация. Сразу вас через скинул, на всякий случай. Давай, смотрим внимательно, блять. Так, что это надо мне куда-то положить? Лишние камни. Чем могу быть полезен? Ебать, у тебя там клондайка, блять, жук. Чё, блять, клондайк? Забей, у него там все есть, нахуй. Там надо деда ограбить пару раз, на туре, и все зачаримся, в эти красные. Грабить, блять. 2 нахуй, прикинь. Хорошо. 2 давай. Да, тихо. Еще 20. Еще, да? Пиздец. Как первый раз вижу. 1. И еще последний. Да не, не замазывайся. Зачем тебе 4? 3 надо, не замазывай. 10, 10 про. 4! Да ну нахуй! Вы видели, блядь?
Хорош. Бля, да мы сколько профитных? Четыре. Четыре. Это алхимией занимаешься? Плюстистика. Это трансмутация, да ну нахуй. Ну алхимия. Пиздец, жесткая хуйня. Транспидорация. Короче, ну смотри, вот эти четыре, это, ну я не знаю, это на будет, будущее. Это супер бонус, блядь. То есть представь, это просто без воронок камни сделаны, блядь. Ну сейчас кого-то еще апнем. Вот это, короче, если мы не будем справляться, там немножко, ну кропали по ДПСу, кого-то еще апнем. Ну вряд ли я буду апать кого-то, кто 15к отдает, блядь. ДКшников надо апать. Да, апнем. В четверг апнить. Катрисия точно туда зайдет. 20-ка туда. Все, захожу обратно. Агранку готовили там? Есть в рейде агранка? Урарника есть. Все, захожу. Че там милишников? Подойдет к нам, нет? Пиздец. Не глядите, чтобы на такой ноте сейчас просто будем сидеть. Ну, а что поделать? Платил нет. Я сейчас зайду. Будем бить, так убьем. Надо к консилятору этому сделать обязательно, чтобы он пришел. Завтра, Слав, после этого, после Ульдуара, если 2 часа, лучше начать эту целкашку вместо... Как оно? Вместо ЗС-тока. Какая нахуй целкашка? ЗС-олкашка. Ну, в смысле, Геру? Да-да-да. Но да. Он не попадает в четверг, он под себя хочет подстроить. Ну, я не знаю, блядь. Нет, не под себя, это под консилятор, чтобы те, кто... Узнать просто у тех, кто это... А кому надо? Не... Геру же, получается. Да, ему нужна Гера. Мне это похуй, честно, на Геру. Я... Только шмотки туда нужны, а так я посрать. Похуй, только шмотки нужны. Принципе, ну, так, тогда как бы, мне. Похуй, но не похуй, как бы. Нет, посмотрите, надо же, получается, людей просто узнать, смогут ли они в понедельник. Как, блядь, у Вавилании проходка на двух персонажах? Так, Invisible. Потому что я, блядь, это я. Камни сделал? Но просто у... Их это призм. Смотри, что там консилятора не было. А можно мне... Что Вавилания шарит за супру? Блядь, иди нахуй. Респект этому пацану. Ой, да, ассист, я раскидаю. Так что там зайдет кто-то, блядь? Что-то, блядь, еще за хуйня? Что, два нужно? А что, призону сделайте этот, башку? Ну, у меня камни на призона и на этого, на инвизибл лежат. Вы сделали камни? Не крипто Evil Down уже камни. Есть у вас камни? Я сейчас зайду. Мидарк сейчас зайдет. Да. Крипто линканул. Бурфанул. Блять, а что там есть в ДПС на боссах, где-то сколько медарк дают? Там хоть 18 дают? Блять, редко его вижу. Ой, да ассист. Нахуя? Ну, у Шелфира есть ассист. Шелфир, сделай как надо. Всех по два. Тебе жесткой поти. Шелфей, сделай. Марка вообще не вижу в этих ДПС-клубах. У нас, блядь, призна нет спать. Знаешь, меня давно не было. Давно не было, да. Просто 5 найтборнов, охуенно. А когда пать. Был? Ну, нормально. Давно. Давно, да? Ты камни приготовил, блядь, по 2 штуки? У нас. Смотри себе, блядь. Давайте камни, блядь. С долларов, увы, не хватает. Чтоб было потом... Ты себе, да, оставляешь? Я понял, сука. Кого оставляю? Я вот смотрю, Медарк давал 20к. Но... Ну, вот икона, блядь, перекинул. Вот икон бафы четвертую пати. На ком, на ком? Блядь. А я вот не знаю. Лёха, можно было его взять? Ну, хотя бы Эридара нам. Я могу Юлю скинуть, но это танк. Нам Эридары нужны? Катрисия, камни, нахуй. У нас есть туртотли. Все по две штуки, все 6 видов, нахуй. А, БКшные. Вот, да, да, по 2. Ну, с одной штуки я тебе делаю эту хуйню, ну, как бы на кристалл идет, а это... Я сам могу сделать. Вот так еще сделаю. Кого ты можешь сделать? Ты сам можешь глистый алмаз делать? Да. У тебя трансмутация? Ну вот, блядь. Раз Юля есть. Блядь. Делается с мглистого алмаза. Мглистый алмаз с воронки, блядь. Я делаю через мастера трансмутации. Там, видишь, прокают по 2, по 4, блядь. Это СГБ все идет. Ну вот. Ты даешь 2 камня, чтобы у меня была подушка безопасности в ГБ, блядь. А с одной я тебе делаю, одна там на будущее камень. Сейчас все не бублино. 2 камня каждого вида.
Зеленый, желтый, красный, синий. Ну это чтоб как-то, блядь, хули, голду скидывают по 1000, это да, мало. Да, даже своих зарабатываешь, мы поняли. Чтобы, ну а хули, надо как-то, блядь, поднимать нахуй. Это я могу хила скинуть во вторую пати? Я хуй знаю, ну какой хил это? Ну, гламурчина к силовикам кинуть, там 4 силовика сидит. А шаман ему он не будет. Орк. А кто мне сейчас передавал вот эти два камня до инвизибла? Призм, да? Сейчас. Так. У нас призм. А кого вам надо-то в пати? Чё ты по криту полный пиздец вообще? В смысле по криту пиздец? Что ты сделал, блядь? Слава, а что ты сделал? Так, призм удал. Шалфей, ты чё намудрил нахуй? По криту говорит, пиздец, у меня теперь нет крита. Было 45, блядь, стало нахуй 39. Привет. У тебя все нормально должно быть. Верни, блядь, 6%, ты чё, ёбнулся? Верни, как было. Ну, Рик, кстати, возвращай нахуй крит, блядь. Крит ушёл. 6%. Ахуй. Какой крит? Обыкновенный, блядь. От там, кота блядь, или от кого, я там не знаю. Там кошка нахуй вышла из сухого, блядь. Сейчас тебя килом закинул. А там где крит? Да. Вообще будет сейчас... Он просто не здесь физически находится. Да, петь на наиборно сидеть, Патя. Сейчас вернется ваш крит. Ой, включаю ноут, сейчас буду. Давай. Вот, давай. Еще желательно бы какое-то тело, чтобы было, блядь. На базендалара, блядь, сюда. Вон, пацан, что, а пацан через полчаса только, нахуй. Может, он как-то ускорится. Все, вернулся крит, уж проверяй. Опа! Че, он пассифия есть у него. Опа, нет? Крит. Нету проходки на него. Магина тоже проходки нет? Инвизибл да, надо в четвертую. Магина урона мало, у него 14 максимум на выходе. А в эту как его? Да. Рависта во вторую? Какого магина нах? Да, маг какой-то он магина. Фокусирует винг. Нам еще бы не люблю щиты сюда, где он? Вон он написал в флудилке. Дайте ГБ. Короче, он... Канцелятор, канцелятор. А, он, наверное, у него проходки на ране, да? Поставь ГБ. Он постоит. Вот. Магина есть своя проходка, но он дает очень мало урона. Вот просто ну, типа траить, так-то можно пойти начать потраить, блять. Ну хотя бы да, чтобы и не сильно. Блять. Ну по сути, просто... 4 хила убивается. Просто чтобы мы сейчас, да, не АФК в тарелку нахуй сидели, блять. Вот. Да нет, это 2 тила ДДшных, это 40 тысяч ДПС. Ой, нихуя, мглист алмаз, 25 серебра стоит, надо продать. Ой, все, продай, продай. Давай. Давай, может убьет робота нахуй с нами. Могу заместо тебя продать. Ну, не скажешь. Можно продать. Можно тебя продать. Варианте нету, нахуй. Топовая арта. Сейчас ебанем нахуй робота, бля, не ссыть. Че вы там одели? Я где-то уже это слышал, блядь. Не могу вспомнить только где. Че я манем этого лечил. Че ты холидринка дел там? Нихуя фетиш с этого. Что еще там у тебя? На силу шаги. Нихуя себе! Железный берег! Пиздец! Давай меняться, я тебе ключ, а ты мне фетиш, блядь. Фетиш. Фетишист, блядь. Пиздец там холи дринг заряженный. Это сколы берешь, что это 190. Jesus Christ. Ну, где вот Валафар? Ой, еще историю надо. Да ясно, задонатил, блядь. Ну сейчас позырим так пока. Да он Джайна убил, пока нас не было. Соло заебашил, да? Валафара же был отличный. Ты пиздец, что нахуй ты девушка трясешь? Ну по идее, наверное, должен. Ну не это, ёбнутый нахуй. А тебя это ебать не должно. Блять, фрик. Заразился нахуй от нас с Беном, блядь. Так, давайте, кому я там дал призм инвизибл? Хули, фриковство передается воздушно-капельным путем, хуй поделать, блядь. Так, призм инвизибл. Кто еще? Забыл, криптоэвил. Катрич. Я. Вон бомжа ДКшно выеби. Не надо, блять, бомжа, я его хавать. А чё он такой страшный? Бомж? Визибло. Да. Может, он у меня тоже страшный. Не ухаживает за ним. Видимо, ебанутый. Не, у меня нормально. А почему у Инвизибла чёрный, у нас синий, блять, что это за хуйня? Он просто себе раба у негра взял. Типа не страшный.
Ну, хотя бы. Какие ты ночи такую хуйню увидишь? Ну, черный, блядь, он еще страшнее. Нахули, у нас утопленник ебаный, что поделать, блядь. Ну, типа. В натуре утопленник. Топляк ебаный. Синючий, блядь. Это с Ведьмака, блядь. Как их, блядь, звали, сука. Утопцы, да, да. Еще водные бабы там были. Да. Надо вот нахуй вот этих подтягивать, кто там Зози чилит, нахуй, чтобы проходки делал, блядь. Не знаю, сколько он дает, блядь. Консилятор тоже вроде 25 дает, нахуй, и нихуя проходку не делает, блядь. Я хуею просто. Ебать, гибрид медведь, нахуй. Катапёс. Гендальфу тоже проходку надо делать. Я не знаю, как она засешить будет. А можно это, Шмон? Какая там озвучка? Можно шмонуть? Тормит. У тебя 260, а вообще, хуя. Че, сколько у тебя хосты на Тутиларе? 1260. Ну, если две треньки взять хостовые. Ну, у всех нормальных ДК должна быть 1260. Да. А потом уже думаю, силу дальше. Этот хребет будет более-менее норм, если у тебя без трений хостовой будет кап. Можно попробовать, но я так не хочу сейчас бить эти камни. Ну я почекаю так и так просто. И посмотрим, что будет. Вот не, ну прок ебанут в любом случае. Ну прок нормальный. Нахуй, прок там на процентов сколько? 35 это? Ну да, то есть это нормально. Это плюс. А может килла попробовать попросить? Крона, грубо говоря. Ну где она? Ну вроде не в сети. Ну типа в сети. Поедь, блять. Ну спроси. Ну вообще да, это чистая ОЕНа. Посмотрим, как оно будет. Все равно троим. Ой, блядь, когда же уже побьем робота, блядь. Ну, в натуре, блядь, людей с проходкой железного не хватает. Вот, а вот это, есть какой-то ДЦшник и Неола, блядь. Вот у него есть проходка? Mm-hmm. Нету. Пиздец. Он не ходит в геро, кажется. Mm-hmm. Вообще типы просто они так сидят. Они боятся в геро проситься. Я хуй знает вообще. Нет, не бояться, не будет. Я их спешу, ну, пойдешь в геро. Бояться, но мы же говорили. Давай про это. Нахуй, потом, в другой раз. Думаешь, бояться? Да? Что там страшного? Хуй знает, страшное. Личу кусит за жопу. Пошли, короче, нет, это. Страшно. Слышите, пошли трэш побьем. Ну, блядь. Ой, блядь, нахуй. А у Соляры умер трэш? Оно сейчас не появится, да? Надо вот этот потренироваться, Келю, который нету, блядь, придем потом, был вайпать сейчас, нахуй. Потренироваться, блядь. Тактику еще, да. Ну хули, если люди трэш через полчаса зайдут, нахуй, хули еще делать, блядь, стоять, что ли, может сейчас... Ну, сейчас съезжу, уйдет через полчаса. Ну чё, блядь. Да я отойду, блядь, на 20 минут. Ну так это все равно, блядь, что получается, 20 минут. Вот смотрите, блядь. Ну типа, если упадет токен на руку, то будет... Идите назад, блядь, вот смотрите, вот тут центурионы есть, они дают пизды, они крутят вихрь такой, что он шотает всех. Вот. Я не помню, что контролит его, блядь. Рыцарей, по-моему, тоже крутит какой-то. Вон еще патруль идет. Уйдите вниз, если быстренько. Нет, уже все, уходим. Давайте патруль, чтобы ушел обратно. Уйдите. Нечь, патруль. Короче, надо какой-то контроль давать. Я не помню, какой там. Или если работают корни, то будем какой-то давать. Один центурион возьмет и в нашей где-то... Короче, Вилаша спускать его будет и в эту сторону отойдет, в кружок. Рейд отойдет вот в сторону ромбика, туда, в коридор. Сюда я подведу рыцарей к ромбику. К кружку не подходите, там радиус метров 20. Ты хочешь, да, что ее здесь нет, если что, Вилаш? Блять. Пиздец. Гульдринг, иди сюда. Ничего не отвечай. Беги. Черепок возьмешь на себя, Хульдринг, в кружок отведешь. А второго центуриона, который квадрат, попробуйте законтролить. Ну, если попробуем корни кинуть, нахуй. Ну-ка. Получится, нет. Вне поля зрения, а вот. Корни работают. Все. Веду рыцаря. Смотри, только спускайся, там патруль идет, чтобы он не побежал на нас. А какой крутится? Я не знаю, какой круче, сейчас увидим, блядь. Пока захиливайтесь. Пиздец. Вот этого бейте вот.
Вроде каст магу сбивается. От черепка отходим, отходим в сторону назад. От черепка отходите, вы видите, блять, пол рейда возле него стоит. Сейчас просто он начнет крутить бурю, пизда будет. Так, вот рыцарь еще сейчас заберу. Ну, стан можно здесь пылить или нахуй надо? Бичи, блять. Нахуй надо. Вон центурион с контроля вышел. Ну я типа корни кинул, нахуй надо. Смотри, сейчас минус пол рейда, блядь. Чё, забрали. Бегает, не сбейте его. Теряете по КД или что-то делаете? Отводите. Нахуй надо. Сейчас вот. Саровист придет и все. Вот эти, бейте. Кстати, да. Там оба центуриона теперь гуляют. Ну заебись, там и ваша есть. Вот ее хильте. Стан вообще не диспелится. Шалфир, Мидарк, Мордаун. Диспелите стан с медведя. Диспелли, магическую хуйню, я, нахуй. Ну, блядь, я 6 секунд стою просто так, нахуй. Так, я квадратик заберу. Только к нему милики не подходите. Он будет крутить. Найдите способ, чем сбивать каст. Если фиряется моб, то фирять. Грипом сбивается или этим? Собьется. Это лучше грипа не его. Попробуйте сейчас. Только имейте в виду, каст, вот он пошотает всех. Он нормально. Вроде сбил. Пробуй стан петом дать еще. Че, сейчас он уже умрет. Ну и того убьем. Стан не дается, значит только притяжкой, откидывалкой. Сейчас нахер ничего. А что он сдохнет уже? Ну-ка сейчас его ферни. Да, работает ферс. Ну нормально. Ну я вот, работаю, может лог ферять. Сейчас патруль тут, короче, вот эти центурионы ходят. Ну, инквизитора я заберу. Центуриона, давайте, квадратного в корне, а второго там танк заберет. И также вниз уходим. Центурион, я не помню, что делает. Сейчас узнаем, нахуй. Ну, он пизды дает знатно, нахуй. Контрольте их в корне, кидайте. Он какую-то пытку кастует, нахуй. Я снял ФПС, все. Все, держите их в корнях там, и давайте центуриона бить. Легкий моб, значит. О, центурионы еще это. Стан не дается. Блоковы кидаются нормально. Вихрь кидаются. Инквизитору не дается. Смотри, чтобы он в рейд не закастовал вихрь. Ну и все, дальше. Дальше два черепок бить. Ты, блядь, тут мобы еще легче, чем так, блядь, там, в начале. Ну когда знаешь, что контроль. Вот сейчас смотри, минус пол рейда, опа. Почти. Ну вихрь у него пиздец. Да, там магический урон большой. Стан дается ему? Нет, стан не дается. Нет, стан. Фирни его просто, либо там этот. Фир, грип, ДК. Че, попробуем его блайнд запихать лицо прям. Может это работает на блайнд. Ебать, страшно нахуй. Ну ты попробуй сейчас это дать ему каст. Не, физически. Физическая крутилка типа она. Ну гауш она... это паралич, это как покаяние. Нет, да, это как его ослепление, что дать. Гауш работает, роговский. Гауш это заебись. Так, а ослепление работает? Боевой маг, рыцарь, дальше не вижу, кто там, блять. Центурион. Центурион. Вот два сейчас, даже, кажется. Сейчас я их помечу. Надо, чтобы не все прибежали. И если центурионы, смотрите сразу корни на них. Остальное, вы спуститесь пониже, то вы пизды получите. Сейчас побегут мобы. Спрячьтесь вот право-лево там за стенками. Если право попробую. Ну пошли 4 моба. Вот, центурионов контрольте, сбежим ниже. Стан диспел. Пиздец диспел топовый. 3 секунды стоит. Да, диспел. Сейчас фильм дам одному. Контрольте их в корни, но есть у кого-то еще друиды там, блядь, покидайте корни на центурионов и отходим от них пониже. Квадратик филиал. Блять, ну он прям в рейд идет, он же. Смотрите, чтобы в рейде не кастовал только. О, блядь. Корни обновите по дальнему, по черепу. Сейчас куда? По черепу, не по квадрату. Давайте, сбивайте ему каст. Он пошотует танков тоже, блин. Все, давай. Зергаем этот квадрат пока.
Череп, смотрите, крутиться начнет, не забудьте дать ему какую-нибудь хуйню. Только в корне притяжка не сработает, вот-вот. Дал гоуш. Гоуш забил. Шотнул эта хуйня. Ну да. Ну то гоуш, у гоуш же КД маленькая же, сколько там, секунд 15, наверное. Да, видим, следующий ходит. Нормально. Ну вот роги, получается, могут сбивать хорошо. Главное знать четко, что нужно тебе с этим мобом сделать. Тогда рейд не будет падать. Хорошо, шеф. Ну вот, видишь. Чисто ПВП, да? Что-то и чё, нихуя не падает кулдринг там один поезд. Ну лучше всего падает с мобов, которые перед солями. Да. Не, ну вот то, что 2 и 4 прокнуло, я прям не ожидал, блять. Сколько я их крафтил, не прокнуло нихуя. Ну теперь надежда зажглась, как говорится, блять. Чё там, Равис зашел, нет? Где Равис? Он ли, восьмёр? Равис! Иди грузится. Сюда, блядь. Сейчас мы ебанём робота, весь сервер охуеет, нахуй. Если, короче, ограда хуя будет у вас, то попробую в ДД. Там а кто первый робота заебашил? Не знаю. А как работает? Наверное, кардаун-то надо. Можно будет спичнуть это шипы. Зачем шипы? Зачем, блин, мы сдохнем. Сколько гильдии убивают? Шипы? Да скорее просто проще. Просто его убивают в 4 хила и 3 танка. Кто у нас там, блядь? 3 хила я буду ДЦ, что ли? Ну, не, мейн ДЦ. Могу холиком, если очень надо. Вот, лучше холиком. Сейчас посмотрим. Как и Мэтфокс там просто... 20-ка ДПСа. Мэтфокс... У меня 20-ка ДПСа? Серьезно? Пятнашка. Пятнашка? Серьезно? Ты заебала. Сколько, нахуй? Ну, 2, блядь. Да нет у него... 9-5. Хуйня у него ДПС, нахуй. Че, блядь? Че у него? 4-5? 5-ка у него ДПС. Ну, еще к тому же похилит за шапы. У него опыта мало, чего? Блядь. Ну, хули... Тебя зовут Гоша? Серьезно? Пускай в ДЦ лучше будет. Или в холике, блядь. Там вот Фокс пускай побьет 1017. У меня нету холика. Холика спекнулась, если чё. Чё, кто второй там? Ну типа трикси. Кто третий? Я думаю, я первый начну, а там разберемся. Ну как так мне в макрос надо забить заранее. Было нет. Там по набору агро. Давай, короче... Ваша, я думаю. А чё у тебя? Войд Фури, Вилаша и Холи Дринк. Я думаю, так. Давай тогда крипто в Холи Дринка, а я в Аишу, если чё. Да, а, хотя можно вообще типа свитчиться туда-сюда, похуй. Ну, вам типа макросы на всех трех танков нужны, я так понимаю. Ну да. Пиздец, не очень удобно. У меня только 2 есть. Ты делай цель цели, нахуй, ебаный, все, и поехал. Я через... Рейдфреймы, да, типа, но я не по Маусоверу. Сделай по Маусоверу, нормальная хуйня. Не, не хочу. Я понял, нахуй. Короче, говоришь, Роги на поле, а тебе говорит, не, не хочу. Ой, дай алкашную фласку, пожалуйста, на СПД. Не, мне неудобно так. Какую алкашную? Да хуя алкашную, ты чё, блин, накуриться? Надо алкашную фласку на СПД, с одной связи. Алкашную, ты сапрот пьёшь. Больше бы я без этого сапрота, вы чё такие? У кого банки на АП брать? Ну, лагиню всё за... Да, давай посчитаем этот... Рарник Закханыч, две роги, это 4, 30 тюрьмы, это 6. Меня не считай. И я танкам предлагаю тоже на АП выпить. Больше набор агро. Да. Так, подожди. Так, Хульдринг, у тебя фласки есть там? На тебе. О, духи, упал, блядь. Нет. Костя, а что ты ДДшный одень? Тринки. Так, вот тебе
миликом пораздай, по одной пока фласки пораздавай. Я не могу спрятаться за это блядское укрытие, нахуй! Так, у меня сильно громко на фоне. Лучше пошла помогать. Лучше выключи. Мне кнопка не работает. Лучше выключи активацию. Сейчас я стараюсь. Я не могу спрятаться за ебаное укрытие. Просто крик души уже был. Да, типа походу. Там чисто чел в Apex играет. В PUBG играет. В PUBG. А что, все-таки холидринг взял себе уже, да? Да. Так. Холидринг теперь 4-5 протопал? СПД, СПД. 2. Трависы там что, долго, нет? Там, где там? Там уже в игру загружается. Так ты тогда назад сказал или 7? Я тогда только на ноутбук пришел. Кастера пьют сопрот или СПД на этом? Холидринг, ты Т5 затонил? Сапроты пьют, значит, вон, пускай маги пьют, хант, лог, пускай, шаман тоже. Не знаю насчет шипешников, блядь. А кого сапрот взять? А у него какая школа магии? Тайная. Получается, блядь, мы там тоже затонили Т5, чтобы убить... Т5, чтобы выбить Т5, мы взяли... Противление тайной магии? Да. Че, холидринг, ЗП-шка пришла? Ну, а тяжкий удар, тайная магия, и... Типа 170...